Всем привет, с вами Настя из Дина Мамы. Сегодня я покажу вам очень стильный и теплый комплект для мальчиков из новой коллекции Густи. Это моделька серии Густи Бутик. Эта серия отличается большим количеством функциональных и декоративных элементов. Также здесь повышенная водонепроницаемость 5000 мм. Комплект очень теплый, носить его можно до минус 35 градусов. Давайте посмотрим подробнее, что в нем есть интересного. Капюшон застегивается на кнопки, его можно отстегнуть. Для этого предусмотрена кнопка и молния. Мех на капюшоне также отстегивается с помощью молнии. Внутри есть небольшая защитная планочка на резинке для защиты от ветра. Мягкая флисовая подкладка. Рукав классического кроя. На рукаве такая красивая эмблема Густи. Манжеты прямые. Есть внутренний эластичный манжет с прорезью для большого пальца. Два нагрудных кармашка на липучке с имитацией под кнопку. И два боковых накладных кармана, также на липучке. В одном из кармашков есть вот такой карабинчик. Можно пристегнуть ключи или еще что-то, чтобы не потерять. Защитная планка молнии на липучках с имитацией под кнопки. Крупная удобная молния. Есть защита подбородка от защемления. Внутри мягкая флисовая подкладка по воротнику, спинке и грудке. В рукавах подкладка гладкий полиэстер. Внутренний кармашек с одной стороны и с другой стороны сетчатый внутренний кармашек. Есть петелька, этикетка, где можно написать данные ребенка. Снежная юбка с противоскользящей вставкой. Застегивается на кнопки. В нижней части куртки подкладка из такого же материала, как и снаружи. Сзади можно увидеть, что капюшон регулируется по объему с помощью липучки. Две светоотражающих полоски и эмблема Густи. Теперь полукомбинезон. Высокая грудка и спинка. Широкие эластичные лямки, которые легко регулируются по длине. Резинка на талии. В области колен вставки из очень прочного материала. В области внутренних швов и также по кромке штанин, также прочные вставки. Внутри снежная юбка с противоскользящей вставкой. Застежка на молнию. Внутри есть этикетка, где можно написать данные ребенка. Подкладка гладкий полиэстер. Сзади также можно увидеть резинку на талии, прочную вставку в области попы и систему регулировки длины. Это вот такая петелька и липучка. Можно просто подвернуть брючки и застегнуть. Таким образом можно взять размер на вырост и проносить брюки несколько сезонов. Как я уже говорила, от размера 7 и выше это брюки с лямками и высокой спинкой. Что тут есть? Резинка на талии, петли для ремня, широкие эластичные лямки, которые также регулируются по длине. Прочные вставки на коленях. И нижняя часть точно такая же, как у деток помладше. Ширинка на кнопке и молнии. Внутри есть этикетка, где можно написать данные ребенка. При необходимости лямки можно отстегнуть. Для этого предусмотрены липучки и молнии сзади. Сзади также можно увидеть петли для ремня, вставку из прочного материала в области попы, регулировка длины с помощью липучки и петельки и эмблема Густи. Вот такой замечательный комплект, очень стильная меланжевая расцветка. Он очень теплый и красивый. На этом, пожалуй, все. Ждем вас в нашем шоуруме и на сайте dinamama.ru. Спасибо за внимание.